Всем привет! Сегодня будем испытывать удачу, стирая лотерейные билетики. Мы не будем открывать кейсы в CSGO, мы будем в реальной жизни стирать самые реальные лотерейные билеты. У меня сейчас в руках 100 лотерейных билетов, и сегодня посмотрим, сколько денег можем заработать с одной сотни лотерейных билетов. На эти лотерейные билеты мы потратили 2400 рублей. Здесь есть разные билетики по 20 рублей, по 25 рублей и по 30 рублей, да. То есть самые-самые дешевые билеты, которые мы нашли в нашем городе. Сейчас мы посмотрим, сколько мы сможем заработать с этих билетиков. Я прямо сейчас начну стирать эти билеты на капоте машины. И посмотрим, сможем ли мы заработать сегодня хотя бы на бензин. Потому что эта машина жрет очень много, и мне нужны деньги. И сейчас мы это сделаем с вашей помощью. Если вам понравится этот видос, то вы можете поставить лайк. Если под этим роликом мы наберем 10 тысяч лайков, то в следующем видосе мы откроем 500 лотерейных билетов. 5 сотен. 500. 500 лотерейных билетов. Ну что, начнем, я думаю, да? Значит, правила очень просты. Нам просто нужно стирать в каком-то месте, и там будет написано, выиграли мы что-то или нет. Давай. Ну, короче, давайте начнем. Начнем, я думаю, вот с этих билетов. Нет, не, давай не гороскоп. Это самые дорогие, да, самые дорогие. Ну, вот, веселые старты, все. Как бы. Ох, ёпта. Слушай, ну, здесь как бы до хрена, да, я вижу. О, господи. Тогда не будем их разъединять, просто по ленте, да? Пойдем. Слушай, ну мы пойдем, конечно, по ленте, но... Давай на лобовое прям. Кидай ленту. А как мне? Просто ее? Да, вот так. Ага. Вот так, да? И что, мы снизу пойдем? Да, давай снизу. Хорошо, смотрите, да? Короче, здесь нам написано... Правила игры. Удалите защитный слой с игрового поля. Если под защитным слоем находится число, то билет считается выигравшим, а билет, а выигрыш соответствует этому числу в рублях. Номинал выигрыша 200 тысяч рублей. Один выигрыш. Это максимальный, видимо. Это, видимо, в этой лотерейной, во всем этом тираже, то есть один человек может выиграть 200 тысяч, два человека 500 тысяч, 1000 человек по косарю и 2000, короче, понятно, это развод, ладно. Короче, мы просто стираем, и здесь будет написано, что мы выиграли. Ну, понятно, я лох, я ничего не выиграл. Хорошо, мы идем дальше. Сука, минус, да, мы не выигрываем. 20 рублей, еще 20-очка, слушай, неплохо, давай идем, блядь, без выигрыша. Давай, давай, да пожалуйста. Опять без выигрыша. Слушай, она нам специально дала, походу, безвыигрышные билеты. Мы пока подожди, что... Подожди, что там? Блин, еще 20, 20, еще 20. Мы пока смотри, что с вами... уже 60. Мы пока что с вами... Там видно цифры вообще, которые у меня получаются? Давай, смотрите, ребят, нас пока что разводят, то есть опять без выигрыша. Мы не особо-то уходим в плюс, мы с вами реально уходим в минус. То есть есть, конечно, билеты, которые окупают себя, но этот билет, он окупает лишь самого себя. То есть вот еще 20 рублей. Опять 20. Опять 20 рублей, да. Мы с вами не отчаиваемся, но пока что нам не особо фартит. Ну, пожалуйста, котик. Или кто это, собачка. Без выигрыша, да? Опять двадцаточка. Посмотрите, как они чередуются, очень интересно, да? То есть лотерея сделана таким образом, чтобы люди-то не... Ну, тут 20 рублей, по идее, да, я сильно прям стер очень. Опять без выигрыша. Опять 20 рублей. Слушай, вообще ничего нету. О! Слушай, первая подожди, соточка, подожди. Первая соточка, братан. Ты видишь это? Ты видишь? Все, поднялись, поднялись. Это камбэк, братан, это камбэк. Мы идем дальше. Я не теряю, смотри-ка, полтинник. Слушай, вот это... можно будет посчитать, сколько мы вообще подожди, с этого... уже 210 примерно где-то. Какой 210? Ну, смотри, 3 по 60, 150. Там, даже больше. Там по 20 у нас больше намного выпадало. Давай дальше идем. А, без выигрыша, ясно. 20 рублей. Без выигрыша. Без выигрыша. Двадцаточка. Двадцаточка, да. И опять двадцаточка. Двадцаточка. Ну, слушай, я не знаю, есть ли смысл сейчас вообще подсчитывать, или мы почитаем это в самом конце просто. Давай да. В самом конце посчитаем. Давай в самом конце, чтобы не тратить время, но... собственно, самое крупное, что нам выпало, это 100 рублей. Это 100 рублей с билета. Пока что не особо, ребят. Пока что идет не особо. Что, давай я пока на землю положу, чтобы... Да, клади. А не мешал на капоте. Хорошо, мы идем дальше. Открываем тоже по 20... Слушай, я хочу вот эти вот открыть. Они по 25 рублей. Давай, ну ладно, давай, давай. Давай вот эти. Вот эта теннисистка, она просто да. Смотрит на тебя, передает тебе мячик. Значит, давайте посмотрим,
что нужно тут делать. Ну, тут, по сути, то же самое, да. Здесь абсолютно то же самое. То есть мы тупо стираем и узнаем, выиграли мы или нет. Но здесь есть множитель. Множитель нашего выигрыша, видите? То есть это сколько мы выиграем, это на сколько раз это умножится. Давайте попробуем. Давайте это сделаем. Понятно, без выигрыша, да? Что там второй игре? Без выигрыша x1, ясно, да? Идем дальше. Без выигрыша, понятно. 25 рублей, множитель x1. То есть один билет себя купил. Опять без выигрыша. Опять без выигрыша. 25 рублей, множитель x1. Ну же, может быть, здесь будет побольше что-нибудь. Опять без выигрыша. То есть, видите, да, ситуация повторяется. 25 рублей, множитель x1. Идем дальше. Опять множитель, точнее, без выигрыша опять. 25 рублей, x1, это уже полтос. Без выигрыша. Полтинник с вот этих четырех билетов. Но мы все равно, ребята, уходим в минус. Ладно, потом это все протрем. Дальше идем. Без выигрыша. 25 рублей, x1. Опять тут есть еще другие множители, кроме x1? Опять без выигрыша. И опять без выигрыша. То есть опять, заметьте, опять с четырех билетов нам 1-2, в которых действительно что-то есть. А вот это не трогать, вот это нужно стирать, да. 20 рублей. Тут, кстати, без множителя они. То есть там на 5 рублей дороже лотерея, она уже с множителем, смотри. Опять без выигрыша. Да что за херня? Опять 20 рублей. Слушай, ну, 40, то есть два билета из четырех окупаются. Но, ребят, мы не уходим с вами в плюс. Я думал, мы уже уйдем отсюда с мешком, с большим мешком. Без выигрыша. Я что, миллион не выиграю, что ли? 20 рублей. 20 рублей. Два из четырех окупают себя, ребят. Два из четырех. Но ничего крупнее пока здесь нету. Без выигрыша. Без выигрыша. Без выигрыша. 20 рублей. Слушай. Поздравляю. Здесь вообще другие цифры бывают какие-то, Ванек, я не понимаю. 20-25. Стабильность. У нас опять нет выигрыша здесь. Опять 20. Двадцаточка. Видите, я стараюсь уже быстрее, ребят, чтобы вас не задерживать сильно, потому что мы просто тратим время. Люди проходят, смотрят на нас как на даунов и идут дальше. Прям реально такой взгляд, знаете, прям типа, вы что, дебилы, что ли? Без выигрыша. Двадцаточка. Слушай, я реально чувствую, что меня уже обманули на деньги. Удалите защитный слой с игрового поля. Игра 1. Если под защитным слоем 3 раза повторяется одно и то же число, то вы выиграли. И ваш выигрыш в данной игре соответствует этому числу в рублях. Удалите защитный слой с поля игра 2, где содержится одна из букв слова «старт». И предъявите 5 билетов, из букв которых можно составить слово «старт» и получить 1500. То есть, если мы наберем... Соберем слово «старт» из всех вот этих билетов, а мы сможем, мы получим 1500. Отлично, давай. Мы сможем это сделать? Мне кажется, мы сможем. Давай, давай. То есть это здесь как бы двойная игра идет. Давай. Начинаем. Хорошо, начинаем с первой игры, да? Должны быть три цифры одинаковые. Ох, нихера себе, 300 тысяч, ты посмотри. 300 тысяч. Серьезно? Подожди, подожди. Это шутка или... А, ну блин. Да, ну да, ну да. Пошел ты, гей, в жопу. Да? Так, первая игра. У нас буква Т. Отлично. Буква Т есть. Идем дальше. 15. 15 тысяч. 150. Это... Спасибо. Спасибо, спасибо. Ну нормально, нормально, как давай, бы. Это справедливость. Букву. Угу. О, СТЛ. Слушай, мне кажется, мы наберем слово старт из этих. Да. Или не наберем. Я не знаю, мне кажется, это опять будет, наверное, букву R будет невозможно найти нигде. 30 нет. Рублей. Вот я думаю, сейчас мы точно выиграем. Сейчас мы точно победим. Yes! О, да, мы это сделали просто. И еще одна буква S, да. Ну вот это вот с этим билетом, я думаю, мы можем 1500 вытянуть, потому что составить букву это не сложно. Две буквы Т у нас уже есть. То есть старт, две буквы Т, А и R нам нужны. Так, здесь стираем. Тридцаха. Тридцаха.
Отлично. Неплохо, неплохо. Уже. Да, хотя бы чуть-чуть мы окупаем, окей. Слушай, ну эти мне больше нравятся билеты. Я уже, ребят, немного заряжен. Я уже чувствую, что ко мне приходят силы, потому что мы можем сейчас выиграть 1500. Нам нужно всего лишь букву А и Р стереть вот здесь. Мы это сделаем сейчас с вами. Давайте это сделаем. 300 тысяч. 30 рублей. 30 рублей, ясно. Опять буква С. 30 рублей. 300 тысяч. 30 рублей. Опять буква С. Ах, ты ж говно. Идем дальше. 30. 30. 30. О, мы выиграли 30 рублей. Буква Р, слышь, нам одну букву осталось, чувак, ты понимаешь? Еще одна буква, и мы выиграем. Да, давай. Давай дальше. 60 рублей. Слушай. Блядь, ну еще чуть-чуть и могли бы 60 рублей выиграть. На 60 уже. Блядь, точно на бенз не будет сегодня денег вообще. Без вариантов. Сегодня опять будем толкать ее до заправки, блядь. Давай. Давай дальше. Давай с буквы начнем просто, чтобы разочароваться сразу. Буква Р, а понятно. Нам нужна буква А. Так, 60 рублей, 60 рублей. 60 рублей, мы только что выиграли 60 рублей, неплохо. Давай дальше идем. Опять Р? Опять Р. Нам нужна только буква А, господи. 300. Блин. Ах, ты ж могли сейчас 3 соточки изи вообще поднять. Опять буква Р. 60 рублей. Ах, ты ж дерьмо. Опять буква Т. 60. 60. Да почему нельзя нормально букву А закинуть, чтобы мы выиграли уже? Ну что, пробуем дальше? Мы пробуем дальше, у нас нет других вариантов. У меня такое ощущение, что я еще пойду куплю этих билетов, чтобы подняться еще. Ну теперь мы знаем, какие нужно 60, покупать в следующий раз. 60 рублей, нормас. Буква Р. Нам реально не хватает буквы А. Она, походу, здесь самая редкая, ребят. 60, ну понятно, здесь опять не выиграли. Буква Т. Я уже не верю в то, что нам выпадет здесь буква А. 150. Бля. Еще чуть-чуть и могли бы выиграть, серьезно. Могли бы выиграть 150 рублей. Буква Т, ясно. Давай попробуем дальше. 300 тысяч. Ну да, ну да. Здесь буква Э, ясно, да. Тот мужик сразу нам сказал, типа, пацаны, уходите отсюда, не покупайте здесь ничего. Полтос. Нет, 150. Ага, 150, ну понятно, туда же стирать смысла нет, потому что... Там минус 100 букв. Буква Т, ты прикинь, здесь реально буква А нету, это кидалово какое-то. 60, 60. Отлично. 60. Ну, окупили два билетика, да, но у меня такое предчувствие, что мы находимся в минусе сейчас. Опять минус. Ну, не то вообще, то есть... Мальчики, простите, я тут не местный. Скажите, где здесь можно кальянчик покурить? Кальянчик? Да. Блин, слушайте, можно покурить. Получается... Мы знаем, где здесь можно вырубить, покурить. Это была шутка. Хорошо, мы продолжаем, да? Обогащаться. Слушай, может, пойдем кальян с ней покурим, я не знаю. Открываем дальше. Итак, удача, удача, удача-то с нами. Вы посмотрите. Слушай, бабуля подошла. Вот эти билеты, они уже себя окупили. Навеяло нам. Вот эти вот, они просто себя окупили. Блин, мы опять в плюс. Мы реально не уходим в плюс, ты прикинь. Мы тупо не уходим вообще в плюс с этими билетами. Что за идея была вообще эти билеты? Где буква А? Опять, ты прикинь, просто нет буквы А. Трицаха. Отлично. Ну, окупил себя, ну да. Ты понимаешь, мы даже в плюс не уходим, мы уже, блин, отлично. Мы уже на 30 рады. Че, мы в плюс-то будем уходить вообще? 150. 150. Блин! Еще чуть-чуть и ушли бы в плюс. Ты прикинь, буквы А нигде нету. Это нереально. Ну ясно, ничего здесь нету. Давай вот это вниз подложим, чтобы капот не запачкать, давай, там давай. Это, да? А нам нужна эта буква А, ребят. Я надеюсь, что вы верите в нас, что мы достанем эту букву. 30, да? Опять С. Опять буква С, да. Здесь, походу, вообще нет нигде буквы А. 150. Ну, ясно, да. Не особо пока что у нас идет с вами. Опять буква Р. Я уж думал, блин, типа, вот это да, сейчас поднимемся, да? А вот в итоге мы что-то нифига с вами не поднимаемся. Буква С. И остаются буквально последние 4 билета.
То есть изначально я верил в то, что, ну, вот 30-ха нам выпало, да? Мы сейчас придем к бабуле и посмотрим, сколько денег мы получим с этого, но я уверен, что мы ушли реально в дикий минус 1000, нам, может быть, даже больше. Но если выпадет буква, блин, мы будем счастливчиками, но я как-то уже не особо в это верю. Но все-таки 60, 60, ага, 3 соточки, спасибо большое, спасибо за 3 сотки, реально. Значит, идем дальше. О боже, S. 300, 300, у нас есть шанс. Да, давай, блин. Ноль дорисовывай, что за дерьмо. Ладно, идем дальше. S. Это 150, да? Ты понимаешь, что у нас последний шанс выбить букву А. И мы ее не выбиваем, братан. Мы не выбиваем эту букву. Я думаю, надо составлять черный список лотерейных билетов, чтобы... Ну ты посмотри, потом их просто не покупать. Мы сейчас с вами видим, что мы вряд ли вообще ушли в какой-то плюс. Мы сейчас придем к этой бабуле, ну, чтобы она посчитала все, потому что, ну, зачем нам считать, когда она все равно сама все посчитает, да? Но я думаю, что мы ушли в минус, ну, как минимум на 1000 с лишним. То есть, если бы нам реально выпала вот эта чертова буква А, потому что посмотрите, сколько вот этих билетов. Этих билетов реально до хера, вот. В каждом по 4 штуки. И ни в одном из них не было буквы А. В общем, нас развели. Мы выиграли 1175 рублей, что вдвое меньше, чем мы затратили на эти лотерейные билеты. И сейчас мы... сотрем оставшиеся билетики, которые мы забрали у этой бабули, ну, в смысле, купили. Вот. Это 9 билетиков. Может быть, здесь нам выпадет буква А, и тогда мы еще получим 1500. Или не получим 1500, я не знаю. Давай попробуем. Продолжаем. Короче, сектор шанс на барабане. Я сразу же начинаю с буквы. Блин. Ну, давай посмотрим, может, что-то мы тут выиграли. 3 сотки. Ясно. Ясно, блядь, ясно, да? Давай дальше. Блин, ясно, буква S. 150. 150. Ясно, ясно. 300 тысяч мы выиграли. Так, а это что? R. R. Со. А, мне полторы. Да мы не выиграем. Ага. А, 15 тысяч. Ну, конечно, 15 тысяч мы не выиграем. Ясно. Я уже не верю, что тут можно выиграть 15 тысяч, потому что призов по 15 тысяч всего 5 штук. Опять буква не та. Вы уже думали, закончился ролик? Нет, мы продолжаем тратить деньги. Ну, понятно. Понятно. Здесь даже еще выигрышных билетов нет. Мы, походу, к ней даже не вернемся, да? Она подумает, что мы обиделись и не вернемся. Трицаха. Три сотки, ясно. Ну, пожалуйста, букву А. Я верю в удачу. 150, 300. О, нет, 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 нет. Один остался, да, или два? Еще есть много. 60, 60. Слушай, ну, 60 рублей. За 60 мы идем. А, еще два билетика у нас осталось, короче. Слушай, я не верю, что мы выбьем здесь букву А. Я вообще не верю, что в этих лотерейных билетах есть буква А, потому что я уже стал сомневаться в этом. Ну, 300 тысяч, ну ясно, ну да. Я предлагаю топ составлять, лучшие лотерейные билеты. Они же везде одинаковые. 30, 30, 30. Ну, вот 90. Ну, походу, за соточкой к этой бабуле вернемся, да. Скажем, можно 90 рублей забрать? Буква. Ну, решающая, давай. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Блин. Ясно. Так выглядит человек, который просрал 1500. Нет! На что я буду заправлять тачку? Ну, мы можем забрать 90 рублей, прийти к бабуле, забрать 90 рублей наши. Я думаю, мы можем подвести итог сегодняшнего ролика. Мы открыли 109 лотерейных билетов, если быть точным, потому что мы в конце еще решили открыть красненькие билетики, но буква нам так и не выпала. И ушли в минус на 1500 рублей. То есть потратили 2, ну, скажем, 2400, а получили 900 рублей. К сожалению, нам не повезло, но, может быть, в следующем выпуске нам обязательно повезет. Если вам понравился этот ролик, то ставьте лайк. Если хотите еще одну серию
открытие лотерейных билетов, то напишите потом в комментариях, поставьте лайк, если будет 10 тысяч лайков, то сделаем следующий выпуск обязательно. Ну, что ж, на этом можно закончить ролик. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.